shortcut is my love in this game, but I don't find him. Можно, да господи! Ты смотришь на меня, я смотрю на тебя, но нет, их безумия. Прости! Я с крысами контачу. Я начинала стрим с прекрасного места. Лесу, цветочки. Жопу надрали так, что дай боже. А тут вот... Я сейчас тут пишу. Сдохну. Написался скотина? А где вообще? Наконец-то. О, все, я придумала. Ну, ты по-любому крутая. Подожди, дай мне вообще понять, что происходит. Человечность из крысы. Хорошая аллегория. Ой, ребятушки, полегли вы, вижу я крысы. А ну все, на этот поворот. Ёптвою. Фу, я их помню из третьей части. Это же грёбаные жабы. Грёбаные вонючие жабы. Нужно бежать отсюда. Я не знаю, что с ними делать. Что, нет? А как отсюда бежать? Да. Куда? А, они не такие. Слышь, сюда иди. Fuck you. Я пройду и... Опачки, вас там много, я одна. Слышь, проклятие, познаешь истину, не хочу. И лежат-то в рядочек, как хорошо, а? Что можно? Вот, о, господи. А, это, наверное, проклятие просто, наверное, да? Офигеть. Так. Я заблудилась. Это ужасный старый крыс. Ой, как сомневался. О, здорово, братан, я тебя помню. Помнишь, мы с тобой классно зажигали в замке в третьей части? Ну какой-то ты легкий, какой-то оказался. Что там мне дали? Что мне дали же? Что мне дали, я не пойму. Что я от него получила? Доспехи его? А, получи щит, наверное. А, нет, не он. Не, нормально все. Это я. А, вот так вот по сторонам. Надо как бы на экран смотреть, потому что ты как бы... Ой, какой-то зазубренный прямой щит. Любимое оружие бесславного Акирка темной тени. Его прозвали шипастый рыцарь за кривые шипы на этом мече. Для трогливого меч позволяет использовать лишь выпады и вызывает у врага дымя кровотечения. Круто. А если я хочу его доспехи? А? Хотя мне и моя Япония нравится, но все равно. Ты будешь без этой херни или не будешь? Мы ее не заведем как домашнее животное. Так. Ага. О. Здорово. Странный, я это вижу. Что ты еще расскажешь? Я сейчас расскажу, какие он команды знает. Он знает команду, как дела. Ты можешь ему написать, как дела, и он тебе ответит. Не, вы просто напишите, как дела, а не как дела. Кто криво настраивает ботов? Короче, да, я криво настраиваю ботов. Бот, ты охренел? Тебя спрашивают. Подожди, да я напишу. Ты че, скотина, не отвечаешь? Ну? Блин, ребята, он живет своей жизнью, все, ну его нахрен. Он даже мне не отвечает, о чем вы? Ну, учитывая твой шлем, это понятно. Чувак, ты гипер... Твою ж мать, а ты за мной, значит, лазила везде, охренеть, я тебя даже не заметила. Так, новый уровень. Так,
Господи, вспоминай, куда тебе нужно. Ой, призывайся. А, там босс. Ну, давай. Что там? И вылезает из-под воды полная хрень. Я буду с крокодилом драться? Или это нос крокодила? И сейчас выглядит на самом деле то, что называется. Ну, да, я так и знала. Не стегнула, пожалуйста. Джойстик завибрировал. Разверстный дракон. Или нет? Ух ты ж, ёшкин ты кот. Оу. Я знаю пароль. Я вижу. Ну что так быстро? Ой, почти завалил. Да вот я ж постой подхожу, поэтому. Мать. Не позорь меня! Давай, 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 пойди, пойди, пойди. Слышь, дракон, мы такие с драконами, знаешь, что делали? Да ты не спотыкайся, ты об него, ну серьезно, ну что так криво-то? Что ж это хвост сказал? Дерьмо, так не это дерьмо. Еще ударной волной какой-то задевает. Блин, ну серьезно, ну давай, ну что ж так все медленно-то, господи, ну давай как-то побыстрее. И вторая стадия, да? Давай. А, нет. Блин, да, точно. Что-то я забыла, что у меня настолько крутая женщина, что она просто одной рукой завалила этого козла. И я только сейчас догадалась. Просто мама, потому что только крутая, что ей не нужно брать оружие в две руки. Она как бы одной справляется. Thank you, Sophie, thank you for recommendation. I forget about this sweet girl. Thank you. Так я вам скажу. Так, и нам дали ключи от чумного города. Ну и туда, конечно же, не попасть из-за этого порожка, да? Мы, конечно же, ее откроем. А, нет, это ж не дверь. А, это все? А где чумной город? Там, типа, туда прыгать нужно? Так, а туда нужно вниз прыгать или нет? А, ну все понятно. Здравствуйте. Доброго вечера. Куда я ее по РСТ просто полезла, а? Зашла, думала, ладно. Канализации прочищу. В итоге залезла хрен знает куда. Все зеленое. Вы в курсе, что вы чумные? This part the most worst of the game. I prefer to fire in share and take the shortcut in the no long runs. Is it possible? Oh, it's maybe very cool, but I don't know where is shortcut. Shortcut is my love in this game, but I don't find him. А летящей походкой. Ты ёбнул меня так, что дальше некуда. Благополучие отвались, начался грёбаный ад. Ну, мне лучше... Я как-то люблю к таким сзади подходить. И тонко говорить о том, что они неправы. Это не мальчик! Окей. Чё ты дергаешься в кустах? Так легко завалиться куда-нибудь.
Окружили! Гады, а откуда вы все взялись вообще? Вас не было тут. Чувак, какой же ты классный, как ты далеко находишься. Ой, господи, наконец-то. Я катану не вижу. А, изменить, типа. Изменить, блядь! И все? Подождите, а еще и все? А вот тут ничего нет больше? О, так я ее могу дальше увеличивать. Почему я должна останавливаться на достигнутом? Катаны плюси, качина. Ух, ребята, готовьтесь. Ну все, пошлите. Нет. Вы про эту боль, да, говорили? Все, ничего не было, никто ничего не видел. Бот не видел, все. Ну, с бота лохануться, а. Я не знаю, какой с них там камень падает, пока с них падает не самая, как бы вам так сказать, лицеприятная вещь. О культуре питания этих людей все понятно? Проблема, как говорится, налицо. Или точнее, на дерьмо. Вот они. Сколько зябрики, какие. Убить смотри на них. Мамку не хотели приручить. Задницу поднимать, бегать по 5 километров и зарядку делать. И другим, как говорится, советую. А туда типа разогнаться можно, да? Или не разогнаться? Бонзай! Ну вот и... Ой, какой-то яда! Дайте я посмотрю на нее. Она типа черная? Катана, выкованная на востоке, выстаскивается из ножен со скоростью света и с помощью техники Яндзюцу, которая позволяет воину стремиться вперед и изрубить врагов, стоящих вдалеке. Типа отсюда можно прыгнуть туда? Вы что, серьезно? Нет. Так, где враги-то? О, костерчик. Костерчик. И это мои доспехи, нехрена мне ходить. Иди отсюда! Куда идти? Я вообще ничего не понимаю. Такой волшебный город. Вот очень похоже на эту хрень. Вот прям очень похоже. Да, фалмеры, точно. Не ракетнулось? Ой, маска тени, куртка тени, наручи тени, поножи тени. А это все было в третьей части, поэтому вы меня этим уже не удивите. Японский кубок. У них собаки свои. Или это курица агрессивная? Какие-то агрессивные курицы. Очень агрессивные курицы. Ёшкин ты кот. Что это было? Мне сказали сесть к тебе. Иначе меня отпиздят в чате. Сложно так с вами, с такими капризами. А если я сюда пойду? Собственно говоря. Чисто гипотетически. Куда? Куда, блин? Слез отсюда, быстро сказалось. Ладно, я сама слезу. Яндзюцу! Вы издеваетесь на потом таких тонких делать? Я вот это вот вообще, конечно, очень... Это очень... Замхом. То есть вы как бы понятно, да, что я тут сейчас рисковала своей жизнью вот среди вот этого всего только из-за мха. Мох! Мха! Вы что, издеваетесь, что ли? Ёпты мать, да что за херня такая? Господи, боже мой, это что сейчас было вообще? Лутик. Там лутик. Там лутик. Лутик, надо к лучику. Надо к лучику. Все, молодец. Человечность, серьезно? Опять курица злая. Только не курица. Только не курица. Я не могу, я реально не могу ничего с ними сделать. Это писец какой-то, они какие-то дикие. Просто завалиться из-за каких-то сраных куриц вообще. Без здрасти, хренасти, короче. За грубейшее нарушение правил и этики. Злые курицы, лысые злые курицы. Я мама криминал. Самый суровый из всех, который только может быть. Бойтесь меня. Интересненько. Кыш!
Да отстань ты от меня, не буду я у тебя покупать Арифлейм и Эйвон. Все. Капюшон странника, куртка странника, флай. Убей! Курицы, мухи, что еще? Я куда-то упала. Нам нужно выжить. Да щас ищи. Ух, серьезно? Он даже Bloodborne, кстати, был. Ударь по стенам. Здесь? Ух ты! Вот это приколюха! Спасибо тебе. Ничего нету. Ха, кто хитрый? Мама хитрая. Полость. Ротовая? О, костюмчики. Ой, классно. Все было очень классно. Ой, ой. Сядь. Забываю про это вечно. На этой прекрасной ноте мы с моей ниндзя закончим эту прекрасную вещь. А завтра мы с вами продолжим. Чтоб вечером вели себя хорошо, чтоб не баловались. Завтра все, завтра всех попьем, замучим, вот так вот просто закончим вообще. А сегодня мама пошла отдыхать, а вам говорю не до свидания, а говорю до встречи. Пока-пока. Пиу.